еще один пропавший студент. Последний пропавший – Стив Хопкинс. С ним есть один момент. Недавно в его районе появились пушеры из банды надгробия. Стива это бесило, район благополучный, но он боялся вмешиваться. Если его исказили, он может выплеснуть ярость на них и пострадать сам. Вот последний снимок до того, как он пропал. Более свежих я не нашел. Ха, почти уверен, что это верхний вестсайд. Думаю... Надо идти на север. Ха, почти уверен, что это верхний вестсайд. Думаю, надо идти на север. Филипп, расскажи мне о Стиве. Маленького роста, мухи не обидит, даже если захочет. Наркоторговцы его попросту раздавят. Да и сгорит он быстрее, чем другие, лучше поторопиться. Похоже, у этого Стива развито чувство ответственности, но нет силы. Надеюсь, я успею вовремя. Может, бандиты... Надгробия не так крепки, как их босс, но очень опасны. Тот самый парк. Снимок был сделан где-то здесь. Кажется, это здесь, за теми деревьями. Ну что, сынок, последнее слово? Эй, пацаны, покажем мальчику класс. Бедолага цапнул больше, чем может проживать. Его придется спасать, не только лечить. Вооружены. Надо бы по-тихому убрать хоть часть из них. Стив, все чисто. Давай. Стив? Да брось, я же тебя спас! Это сурово, но справедливо. Господи, что я наделал? У меня и раньше были проблемы с ними.
Но сегодня ночью я хотел их убить. Причем так, что сейчас даже думать противно. Не волнуйся, ты не виноват. Не так я себе представлял бандитскую жизнь.